Відкрита трибуна. Як ви ставитеся до зростання долара у зв'язку з останніми подіями в Україні? Негативно ставлюся, але у ситуації, яка складається в Україні цього часу, я вважаю, що цього не уникнути. Плохо. Я плохо отношусь к возрастанию доллара, потому что все сделки, договора все заключаются в долларах, покупки, машины, квартиры, все в долларах, а зарплаты ну, по-прежнему в гривнах остаются. Возрастание доллара – это значит, что приниження гривни. Гривня – это национальная валюта Украины, это четвертый символ Украины. Ну, это очень плохо на самом деле, по одной простой причине. Сложно планировать что-то на будущее, то есть сложно даже вот, я сейчас защищаю свою работу дипломную, и как бы, ну, были предположения дальше по работе. Поскольку доллар скачет, очень сложно как бы делать бизнес какой-то, что-то придумывать, чтобы делать какие-то закупки за границей и так далее. То есть непонятно, что будет завтра. Очень как бы на самом деле это сложно. То есть даже если завтра как бы доллар вырастет больше, все, то есть будет сложно что-то делать. Не вырастет, как бы будет хорошо, потому что зарплата у нас в гривнах, ну и так далее. Вот, поэтому, ну, очень как бы, не знаю. Отрицательно. Ну, потому что цены выросли. Відкрита трибуна.